Здравствуйте, уважаемые зрители! В прямом эфире проект «Союз онлайн» студии Тимофей Обухов. Это программа «4 часа». Так сложилось, что уже много времени смотрю канал Одесской епархии на видеохостинге YouTube. Практически не пропускаю ни одного сюжета. Это нужно, во-первых, для работы. Что-то в итоге мы показываем в нашем эфире. Во-вторых, просто интересно. Потому как и съемки, и сама жизнь людей церковных этой земли удивляет в хорошем смысле слова. Поэтому воспользуюсь возможностью и не только оставлю комментарий под очередным видеовыпуском на YouTube, но и в эфире Первого Православного пусть тоже прозвучат слова благодарности. Всем низкий поклон, здоровья, терпения, стойкости, силы духа, духовной радости, мудрости, Божьей помощи и благодати. Храни вас Господь нам многое и благое лето. Надо сказать, что последние несколько лет по благословению митрополита Агафангела в Одесской епархии совершается огромная многоплановая работа, гуманитарная помощь нуждающимся. В контексте социального служения усилия неравнодушных людей и очень серьезные ресурсы направлены на поддержку страждущих и обездоленных. Благотворительная деятельность Одесской митрополии вдохновляет на добрые дела не только граждан Украины, но и людей, проживающих в других странах. Вот недавно священник из белорусского города Пинска, отец Александр Сыцевич, вместе со своими прихожанами в формате видеозаписи поделился впечатлениями от самоотверженной социальной работы Одесской епархии. Это не просто стало свидетельством солидарности и любви между православными Беларуси и Украины, но и в очередной раз вдохновила дружную команду Одесской земли на новые добрые дела. У нас с вами, друзья, есть возможность посмотреть, какое видео привета записали белорусы братьям-украинцам. Христос воскресе! Меня зовут Александр, я являюсь настоятелем прихода храма святых благоверных князей Петра и Февронии города Пинска. Служу священником в Белорусской православной церкви. Хотелось бы обратиться сейчас ко всей Одесской епархии и сказать о том, что после просмотра видео, которое выложил на своем YouTube-канале известный блогер Анатолий Шари, меня поразил тот объем помощи, социальной, благотворительной помощи, которую оказывает ваша епархия тысячам и тысячам людей. По благословению нашего правящего архиерея, архиепископа Пинского Луневского Стефана, мы на своем приходе провели благотворительную ярмарку в поддержку Свято-Успенского патриаршего морского монастыря, и все вырученные средства уже передали по назначению. Мы надеемся, что это будет добрым примером для остальных, кто может оказать посильную помощь. Лишь вместе, сейчас, в нынешнее время, мы можем решать большие задачи. Поддерживая друг друга, мы искренне, по-настоящему сможем воплощать те слова, которые сказал Спаситель в Евангелии от Иоанна. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Ваша миссионерская и просветительская деятельность заслуживает только положительной оценки. Те видеоролики, которые вы выложили в поддержку Максима Ткачука и в день Великой Победы 9 мая, они вызывают эмоции радости и счастья, а иногда и доводят зрителей и до слезы. Эти видеоролики мотивируют всех, кто смотрит, на добро и позитив. Следуя вашему примеру, мы тоже, готовясь к этому видеообращению, записали песню, которую в свое время написал руководитель легендарной группы «Песняры» Владимир Мулявин с названием «Христос воскресе». И это очень актуально, потому что сейчас день отдания Пасхи, великого праздника. Мы друг друга приветствуем словами «Христос воскресе», «Воистину воскресе». И желаю, чтобы после просмотра этого подарка музыкального, а мы знаем, что музыка иногда передает то, что невозможно передать словами,
чтобы эта песня заставила вспомнить то, что мы христиане, и мы ответственны перед нашим Спасителем за каждую минуту прожитой жизни. Христос воскрес, поют во храме, но грустно мне душа молчит. И этот гимн пред алтарями укором каждому звучит. Когда б он был меж нас и видел, чего достиг наш славный век, так брата брат возненавидел, так опозорен человек. Подражать нашему Спасителю, который за удары воздает объятиями, за оскорбление благословением, за унижение воздает славой, за смерть бессмертием. Мы все объединены радостью о воскресшем Христе. Христос воскрес, поют во храме, но грустно мне душа молчит. И это им пред алтарями укором каждому звучит. Воскликнут страны и народы. Христос воистину воскрес! Любой православный храм является нашим, где бы он ни находился. В Украине, в Беларуси, либо в России. Я и мои прихожане, часто бывая в Украине, посещали храмы под началом митрополита Ануфрия, и в каждом из этих приходов мы себя чувствовали как дома. Пусть та любовь, с которой вы встречали и нас, и встречаете всех, кто нуждается в помощи, далее вас наполняет, пусть Господь укрепляет вашу православную церковь, украинскую православную церковь, единственную, которая является оплотом православия в Украине. В своих видеороликах вы очень много освещали тему Великой Победы. И победа
которую мы праздновали 9 мая, является прообразом победы над грехом, потому что победа над фашизмом – это своего рода победа над всем тем низменным и греховным, что есть в человеке. Я желаю, чтобы каждый из нас жил в мире без войны. И сейчас вашему вниманию мы предлагаем еще один музыкальный подарок, который подготовили наши дети. Что-то в мире случилось такое. Сердце стало у всех лить земное. О любви мечте забываем, и все чаще близких теряем. Зайди слепую, не близкую нам. Мы не слышим и спорим друг с другом. Все прятки не руку. Ведь не важно, какого ты цвета, на каком ты конце планеты. Ведь для нас для всех семья одна. И вот сплоченный коллектив Одесской епархии в качестве ответа приходу святых Петра и Февронии во главе с отцом Александром записал свое видеообращение с благодарностью и музыкальным подарком. Это белорусская народная песня, думается, мне близка и понятна каждому. Вот,
как вы поняли, это Украина, и мы передаем огромную благодарность городу Пинску, а именно отцу Александру и его прекрасному приходу в честь Петра и Февронии, который подарил нам внимание, подарил добрые теплые слова, подарил нам песни, которые поразили всех нас прекрасным своим текстом, невероятным выполнением. Нам очень это понравилось. Мы почувствовали невероятную братскую любовь, взаимопомощь, почувствовали, что мы едины, и нет границ между Украиной и Белоруссией. Есть православная вера, есть культура, есть язык, который один в один похож на друг друга. Отец Александр, мы вас очень благодарим от всего нашего, всей нашей детской епархии, от всей нашей молодой компании. Мы желаем вам крепкого здоровья, хорошего развития. Приглашаем вас и ваш весь приход к нам в город Одессу на море. Мы все будем вас встречать на перроне всей этой прекрасной сграи и поделим вам, уделим вам много внимания, накормим вас вкусной едой. И эти аплодисменты от нашей всей Одесской митрополии вам и вашему прекрасному приходу. Дорогие союзники, ну согласитесь, ведь здорово получилось. Всегда приятно ощущать, что ты не один в этом мире бушующем. Правда, хочу отметить, что коллективы, с которыми вы только что познакомились, свои посты размещают в интернете не для того, чтобы хвастаться достижениями, но для того, чтобы увлечь других и призвать неравнодушных людей присоединяться к важному и нужному свидетельству. Эти обращения являются настоящим показателем того, что для православной веры и искренней молитвы нет государственных границ, национальных интересов. Во Христе все люди едины, и необходимо оказывать посильную помощь каждому, кому она нужна, потому что добро объединяет. Друзья, на этом все. Всего вам хорошего. Даст Бог, увидимся.